Симферопольское шоссе, 15 километров от МКАД, поселок Александровка. Кирпичный коттедж, год постройки 2014. Под ключ с евроотделкой 948 квадратных метров и бассейном 14 на 8 метров. Лесной участок 25,5 соток, все коммуникации центральные. Интернет, московский телефон, развитая инфраструктура. Вода центральная плюс скважина, канализация центральная. Строительные материалы и отделка дома. Кирпич, декоративная штукатурка «Караед». Дом декорирован камнем. Мягкая кровля «КТПАЛ» с применением последних технологий «Папара», «Флага», «Теплозащите». Фундамент «Монолит». Все плиты перекрытий «Монолит». Первый этаж. Прихожая, холл, каминный зал, 4 спальни, каждая с санузлом и гардеробной. Лестница из дуба, под ступенки мрамор. Люстры в доме производства Германии, инкрустированы кристаллами Сваровски. Камин отделан мрамором. Дом оснащен системой центрального многоканального кондиционирования Daikin с индивидуальным управлением климатом каждого помещения. По всему дому проведена система кондиционирования. Встроенный пылесос производства Италия разведен по всему дому. По всему дому разведен теплый пол. Система ТВ выполнена и под спутниковое телевидение тарелки, и под аналоговое антенна. Кухня-столовая с выходом на террасу. Встроенная техника на обеих кухнях НЭФ, Куперсбуш. Бассейн 8 на 14 метров, переливной с раздевалкой, санузлом и душевой кабиной. Сауна, зона отдыха. Второй этаж. Холл с зоной отдыха и мини-кухней. 7 спален, 3 санузла, 2 гардеробные. Сантехника и фаянс фирм Hansa, Тис, Дюравит, Hansgrohe, Laufen. Цоколь, зона отдыха с барной стойкой, бильярдная, тренажерная, прачечный комплекс, зона спа, два санузла, душевая кабина, зал свободного назначения, идеально подходит для кинозала, теннисная игровая. Установлена система вентиляции, приточно-вытяжная с рекуператором. Отопление. Газовые котлы Lamborghini, Италия, Висман, Германия, трубы нет. Гостевой дом. Дом для обслуживающего персонала 204 квадратных метра, без учета подвала. Гараж на 4 автомобиля с площадкой перед домом. Ворота автоматические фирмы Хорман. Подвал. 100 квадратных метров, предусмотрен для хранения и складирования. Первый этаж. Котельная. Кухня-столовая. Свободная площадь 70 квадратных метров. Второй этаж. Холл, 4 спальни, 2 санузла. В доме разведен теплый пол, система приточно-отточной вентиляции. Высокий уровень отделки, качественные дорогие материалы. Дороги, круглогодичный подъезд, асфальт. В поселке развита инфраструктура. Магазины, кафе, ресторан, боулинг, ночной клуб «Айвенго», медпункт,
садовый центр, автосервис, дом культуры, библиотека, гостиница, торговый комплекс «Хамелеон», рыбалка «Золотой сазан».